Добрый. Начинаем, то есть продолжаем работы с бритовками из легированных сталей, но я первым делом, как пришел тут, еще вчера, в принципе, даже, да, задумал, чтобы сделать хотя бы на одном клиночке что-то индивидуальное, индивидуального. Вот как-то так. И вот выбрал вот этот вот из H12 MF. Сделал вот такой вот резной пушок. В принципе, неплохо, я считаю, неплохо. Какой-никакой эксклюзивчик тут нарисовывается, да? То есть, в принципе, ничего такого сверхсложного. Так, навыки основные пользования бормашины, знание боров подходящих и немного воображения. А дальше только 2 часа беспрестанной работы, зуд в руках от вибраций мелких. Ну и, в принципе, вот результат. Вот этот клиночек. Возвращаю на место и начинаю сейчас придавать формы геометрические и правильные оправам. Пока все. Да, и чуть не забыл тоже о не менее важном событии. Это то, что у нас поблизости, ну, где-то расстояние 15 километров от местонахождения моего, появилась компания СДЭК. А это уже чудо, так как мне не нужно там 120 километров в одну сторону, 120 в другую укатываться там, чтобы отправить, а теперь уже 15-15, как бы вот так. И там мы с ними поговорили, договорились, тут остановились на том, что у меня там скидки уже какие-никакие есть, я там отправил несколько раз. И в СДЭК теперь доставка при заказе любой бритвы, именно бритвы, а не аксессуаров, там что-то еще, доставка будет бесплатна транспортной компании. К примеру, до Москвы сутки, иногда двое. В зависимости, когда отправлю. Если до обеда отправлю, то значит уже на другой день будет в Москве. Вот. А в какие города? Да, в принципе, во все города, кроме поселков, они доставляют. Так что тут, как по мне, так новость неплохая. О остальных новостях, наверное, попозже скажу, когда тут потестирую, посмотрю, как что получится. Ладно, пошел работать. Ну что ж, все получается, хотя по-другому быть и не могло, потому что я стараюсь, чтобы все получалось. Вот такие вот у нас оправки готовятся. Зерикот. Видите, там черепаший какой-то рисунок такой с прожилками. Интересный. Жесткач полный и рисунок. Жесткач не меньше, это айбен, но прожилки есть минимальные. Прям вот, вот только тут есть какие-то коричневатые, какой-то такой оттенком таким прожилок. Это стабилизированная корейская береза, коричневая. То же самое, только синее. Кстати, такой метод обработки оправ я уже заметил у двоих людей. Раньше не замечал, а значит, мой вариант пригодился кому-то. Это уже неплохо. Красный акрил, который 2 года пролежал, я его нашел. Но в обработке он просто прелесть. Вот по сравнению с черным акрилом. Просто прелесть. Пользователь, наверное, не прочувствует, хотя здесь блеска больше у красного. А в обработке это просто чудо. Вот такие вот оправки у меня приготовлены. Сейчас покажу сразу. Заметили ширину? Разницу в ширине. То есть, примерно пол лезвия, чуть больше половины. Это потому, что многим мне нравится, как
выглядит широкая оправа. И, как говорится, исходя из этого, я решил сделать максимально узкие оправы. Но если они были бы еще уже, они были бы уже не оправами, а просто подобием. То есть вот подогнал так, что просто вот меньше уже нельзя делать для бритв. А почему так еще сделал? Потому что многие высказались не очень хорошо, то есть в оправы, которые изготовил Игорь, которые к моим лезвиям, которые я произвел, я ему акрил черный отправил вместе с лезвиями, а он их собрал и отправил вот на, то есть на попробовать, на посмотреть. И вот пару раз я слышал высказывание, что неудобное, объемное, и вот поэтому я решил сделать, именно поэтому решил узкие сделать, по максимуму причем. Да, соглашусь, хотя концентрировать внимание, в принципе, я считаю, было лишним на правах, особое внимание концентрировать, потому что это он так увидел, он их сделал сам. Вот в чем дело. И вот эта вот закорючка, которую многие называли, я в том числе, открывалкой, да, чем-то смахивает. Но, то есть это же неповторимо, а это уже дорогого стоит. Вот. Ну, вообще, Игорь, уважаемый мной человек, он много мне помогает часто во всем, советом. Много чем. То есть где-то поддержит меня, где-то что. Он же меня познакомил с таким человеком, как Александр Будулай. А это такой человек, который тоже является уважаемым мной человеком. А уважаю я не вот каждого второго, их можно вот на этой руке сосчитать, тех людей, которых я уважаю. Вот в этом числе Игорь, в этом числе Александр Будулай. Что могу сказать про Александра Будулая? Честный человек. Честный, справедливый, за правду, двумя руками. То есть, наверное, многие уже видели, то есть он показывает обзоры, тесты бритв опасных, теперь заточку. Кстати, заточка очень даже неплохая. У меня есть знакомый человечек, то есть, который бреется бритвой, заточенной именно Будулаем. Бритва, конечно, не моя. Вот, немец какой-то. Неважно. Заточка, говорит, на отлично. Вот просто на отлично, без лишних слов. Так что советую. Хоть сам не пробовал, но тот человек, который мне сказал, он просто так что-то брякать не будет. Он говорит, или да, или нет. Или так себе. Вот это варианты все, которые он мог сказать. То есть тут он сказал да. А это весомая, то есть оценка. Ну что ж, что-то я отвлекаюсь от работы. Что-то прям зависать прям начал, пользуясь случаем в перекурах своих. Поэтому пойду я дальше работать с оправами. Работы еще очень много. Это просто может иногда кажется, что оправу сделать для 5 секунд. Да нет. Если правильно сделать, это тоже та еще работа. А если их еще 9 штук, то это уже ох, сколько забот. Все. Покажу, если что, будет еще интересно. В общем, бритовки я на данный момент в полусобранном состоянии. Клинышки заклинил, то есть как бы клин придал. Больше половины уже собрал. И тупо закончились шайбы. Вон там одна завалялась. И это все. Как говорится, стоп. Работа. Теперь у меня другая. И теперь я сижу и рублю шайбы. Вот так вот. Эх,
Была бы у меня тут длинноногая секретутка, я бы на нее свалил, что она мне вовремя не подтянула шайбы. Но так как ее странным образом тут нет, и не заходила ни разу, вот, поэтому приходится признавать то, что я прощелкал тот момент, когда надо было выделить день и сделать шайб. Что ж, рубим. Не факт, что я сегодня уже покажу вам собранные бритвы, но по-всякому может получиться. Если все гладко пойдет, то вполне вероятно. Ну что ж, что я могу сказать в заключении сегодняшних работ, именно сегодня? Смеркалось. А я только еще вот собрал бритвы в оправы. Готово все, кроме полировки клепок. Но клепки я полировать сегодня уже точно не буду, так как, ну, никакой уже. И клепки лучше не полировать, потому что там одно неверное движение, где-то что-то шваркнул, все, оправа загажена, то есть там вплоть до того, что расколоть ее в мусорку. Поэтому такие движения нам не нужны. И я оставляю это на следующий день. То есть на следующий день я уже рассчитываю полирнуть клепки. Полируются они двумя переходами. Два перехода нужно, да, чтобы... Ну, два перехода основных. И плюс такой еще, можно сказать, доп. Третий переход, самый мутный. Это чтобы не царапались они там, надо сделать. А так они, в принципе, блестят, они гладкие. Они, я не знаю, как показать-то. Давайте я сейчас так покажу. Их можно вообще не трогать, в принципе. О! Видите, какие клепки ровные. Даже блестят. Но это все не то. Клепка должна душу греть своей ровностью, гладкостью, закругленностью, блеском. Поэтому так я никогда не оставлю. Ну что ж, давайте вкратце покажу, что ли, как получилось-то. Это же вот так на сложном состоянии. Идеально. Просто идеально. Можно тоже к этому отнести, к идеалу. Не открываю, да? В принципе, клинки-то вы уже все видели. Тут уже вот не идеал, конечно, разница имеется. Но вы заметите, какой тонкий клин. И лезвие в него снайперски попадает. В любом случае. Даже если лезвие было бы кривое, все равно оно попало бы точно. Толщина клинышка плюс-минус миллиметр. Тут тоже, вот, конечно, не идеал. Как я так? Я когда примерял клинышки, у меня прям было идеально ровно. Ну, ладно, я это дело обмозгую. Вот так вот. Да. Вот этот клин, в нем нет миллиметра. В этом клине. В нем 0,7, по-моему, или 0,6. Смотрим. Где резкость? Резкость дайте в студию. Не вижу резкости. Снайперская точность. Тоже могла бы поглубже быть. Так, тут тоже где-то 0,6-0,7. Итак, попадаем. Резкость где же у нас? О! Хоп! Без проблем. Секрет фирмы, как говорится. Почему так происходит? Ну, уже близко, да, близко к идеалу. По посадке, я имею в виду, в оправу. Так, тут вот 1 миллиметр ровно клин. Ну, думаю, он отлично, все равно он отлично. Такие вот результаты у меня на сегодня.
Ах, да? По посадке. Честно сказать, меня вот на эту посадку. Я раньше вообще на это дело как-то особо не заглядывался. Ну, закрылось ровненько, нормально и хорошо, там, ладно. Но Бадулай свое дело сделал. Он мне то есть на видео показывал тут. Говорил, вот, смотрите, как красиво, когда линии параллельны. И тут я понял, что это правильно. Ладно, в общем, что тут показывать. Покажу готовые, сделаем обзор на готовых уже бритвах, заточенных. Надеюсь, заточка проблем не будет. А на этом все. До свидания. Всего доброго вам.